имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. До утра следующего дня угробы каждые 2 часа сменялись часовые. В субботу, 3 декабря 1966 года, Московского Кремля станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю. Здесь отныне покой был на прах. Я подумал, вспоминал, как могилы будут пенсионировать. Может быть, тем, кто потерял своих близких. Не знаю, где они будут. Дмитрий Грузин, Владимир Климо, Юрий Рыбаев, скульптор Николай Томский. Патриотизм это в первую очередь выражение любви к чему-то родине, чего-то родного, чего-то такого, ну, трудно описать эти чувства. Это просто притяжение вот к родным местам. Так, судьба русского, судьба таджика, узбека, она, конечно, единая. Это судьба под общим словом русского солдата. Ну и, конечно, память, гордость, благодарность защитникам нашего Отечества и низкий-низкий поклон.